зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 3х7 на бетоне со стеновыми форточками, с форточным блоком, с подвеской. Пока приехали, располагаемся и приступаем к работе. Каркас у нас стоит, закрепили его к основанию, прикрутили отлив, зафиксировали листы крыши. Сейчас будем делать перелив, параллельно доделываем, стены закрепили, параллельно доделаем стены и перейдем к покрытию крыши. В крыше у нас будет форточный блок, а в каждой стене по две форточки, вот мы их наметили уже с помощью прогонов. Останется их установить, прикрутить к ним полик. Теплица Легенда номер 1 у нас готова. Размер ширина 3, длина 7. Двери с форточкой по торцам установлены. Каркас из трубы 40х40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Есть 4 стеновые фрамугина в ручном управлении. Есть форточный блок. Тоже на ручном управлении. Есть система подвязки справа-слева по одной нитке. Стоит все на бетоне, закреплен с помощью анкеров. Также имеется диагональный усилитель, чтобы было все пожестче. Поликарбонат поставили 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. По периметру торца установлен прижимной уголок 50×50. Который также придает теплице красивое очертание. Вот такая красотуля у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!